Мы сегодня на севере, и наша Арктика, оно, по сути, законодательством не защищено. Не защищено законодательством на уровне федералов. Поэтому сегодня, для того, чтобы республика могла жить в том статусе, который она есть, чтобы каждый житель республики Саха-Якутия, независимо, живет он ли в населенном пункте, да, в Арктике или в севере, он должен себя чувствовать гражданином Российской Федерации. Он должен пользоваться полностью правами, те, которые есть у жителей, которые живут не в Арктике и не на севере. А сегодня этого нет. Поэтому, естественно, когда человек каждый день, каждый час, каждую минуту занимается этими вопросами, как Галина Иннокентьевна однозначно, то, конечно, этот человек, когда заходит в государственную думу, он понимает, он знает, что делать, его не надо учить. Поэтому для нас это сегодня архиважно, чтобы личность, человек, который знает все и вся, который занимался всем и был депутатом Государственной Думы, и тогда действительно есть реальная возможность сделать то, что мы сегодня долгие годы добиваемся органов исполнительной власти у правительства Российской Федерации. То есть сегодня это задача, которую должен понимать каждый житель республики, потому что все-таки, вы знаете, есть аксиома, да, что личность решает все. Вот когда есть личность, которая идет как флагман, и который знает, что делать, то тогда будут решения, и будет решение тех задач, которые перед нами сегодня стоят.